Как же я обожаю фильмы и сериалы про зомби. Зомби, игры. Красота. И вот еще один неплохой довольно-таки сериал 2019 года. Пока два сезона, но впереди, я думаю, будет еще на что посмотреть. Черное лето. Black Summer. Какое название? Режиссер Джон Хаймс и Тим Кокс. А в главных ролях Джейми Кинг, Джастин Чукерри, Кристиан Ли. Какая красотка все-таки Зоя Марлетт, Келси Флауэр, Савалес. В общем, будет на что посмотреть. Премьера в мире 11 апреля 2019. Цифровой релиз. То же самое от Netflix. Не очень люблю эту Netflix, потому что в ней очень много непонятно сомнительных работ, сериалов, но тем не менее народ любит, смотрит. Приходится подстраиваться. Иногда. После зомби-апокалипсиса женщина Роуз вместе с небольшой группой выживших отправляется на поиски дочери. Им предстоит приспособиться к жизни в новом мире и ежедневно принимать непростые решения. 7 баллов неплохому сериалу. Как обычно, про бабу, про сильную бабу с яйцами. Как же мы обожаем этот феминизм. В кавычках. Мужики мрут, а бабы на высоте. Ай-яй-яй. Но тем не менее, это смотрибельно, и зомби здесь довольно-таки динамично активны. Черное лето. Год 2019. Welcome back.